Сыр – пищевой продукт, получаемый из сыра пригодного молока с использованием свертывающих молоко ферментов и молочнокислых бактерий или путем плавления различных молочных продуктов и сырья немолочного происхождения с применением солей плавителей. Сыры отличаются высоким содержанием белков – до 25%, молочного жира – до 60% и минеральных веществ – до 3,5%, не считая поваренной соли. Белки сыра лучше усваиваются организмом, чем молочные. Экстрактивные вещества сыров благоприятно воздействуют на пищеварительные железы, возбуждают аппетит. Питательные вещества, содержащиеся в сыре, усваиваются организмом почти полностью, 98-99%. В сырах содержатся витамины А, Д, Е, В1, В2, В12, ПП, С, пантотеновая кислота и другие. В зависимости от содержания жира и белка энергоценность сыра значительно колеблется. Сыр является как бы концентратом молока, белки, жиры, минеральные вещества содержатся в нем примерно в тех же пропорциях. Высоко содержание в нем кальция и фосфора, которые находятся в сыре в оптимально сбалансированном соотношении.